Мобильный репортер МТК «Видео» зафиксировал нарушение правил дорожного движения у телевышки. Вокруг нее любители активного отдыха решили поездить сперва на снегокате, который прицепили к джипу. А потом и вовсе без каких-либо подручных средств на своих двоих. Все происходит в ночное время, помех участникам дорожного движения экстремалы не создают, но жизнью и здоровьем рискуют. Спонсор рубрики «Магазин Мастерок». МТК «Видео» принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8 914 859 90 60.